Алло. Ой, подождите минуточку. Да, я вас слушаю. Да, да, продаю. А что, что вы говорите? Да, да, все правильно. Угу. Татьяна, меня зовут Татьяна. Вот, половина квартиры была на меня оформлена. Вторую половину я оформила этим летом по завещанию. Так что вот. Да, меньше 5 лет. Я в твоей квартире сейчас живу 2 месяца. Ну, в принципе, вот пару месяцев продаю, пару месяцев. Да, да, я здесь проживаю. Угу. Возможен торг, но квартиру я продаю только мужчине. Квартиру я продаю и, в общем, по документам купли-продажи предлагаю оформить там, где я оформляла в нотариальной конторе, вот вторые мои документы. Вот, и оформляю, продаю только мужчине, так что вот, если... Ну, вы знаете, я вам объяснять не буду, это, в общем, я просто вам говорю вот мои условия продажи, так что вот, то есть, если... Ну, вы знаете что, это могут быть, не знаю, несколько человек, но эти документы могут быть оформлены только на мужчину. Да, это, знаете, по новому фэншую, ну, знаете, у каждого свои какие-то там вот эти, у меня такие, в общем, это требования. И продаю я ее сама, вы знаете, квартиру я продаю сама, без агентов. Вот, если кто хочет купить по договору купли-продажи, пожалуйста. Пожалуйста, вот продам. Так что вот. Вообще никакого. А так если согласны купить, я вам завтра продам. На что я рассчитываю? Знаете, я еще продаю Эллинг в Петербурге. Вот, в принципе, я рассчитываю, что, может быть, Эллинг я продам быстрее, чем эту квартиру. Вот, но в зависимости, знаете, это как подвернется. Я продавала мою квартиру на Волховском. Вообще, первый, кто пришел покупать и смотреть, он же у меня и купил. Вот, поэтому, знаете, как это, так она у меня там была в интернете, в общем, никакого мумента не было. Вот, а потом, как говорится, нашли мне покупателя, пришел, посмотрел, купил и все. Поэтому, знаете, это дело случая. А вы знаете что, фотографии вы можете посмотреть, ознакомиться. Я даже здесь вот, там, в доме развесила объявление. Ну и так далее. Думаю, может, знаете, кому в нашем доме надо. Вообще, вы можете посмотреть видео. Я снимаю видео и фото в моей квартире. Вот, загуглить. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. В общем, загуглили. Это в интернете, и вам выйдет очень много видео. Я снимаю видео в моей квартире, выкладываю на мою страницу ВКонтакте, также на мой канал Ютуба. И даже ходить не надо. Посмотрели, просто
шикардос. Так что вот. А так вот, набираете, смотрите, открываете интернет, набираете Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Татьяна после второй буквы Т и А. Буква И, потом А идет. Да, Салмановна Мактум Сейфуддин. Салмановна Мактум. Отчество Салмановна. Мактум. Вы знаете, это двойная фамилия у меня. Двойная, но без дефиса. Мактум Сейфуддин. Она просто ВКонтакте через дефис мне ВКонтакте написал. Двойная фамилия. Мактум Сейфуддин. Вот, короче, набрали в интернете, вам выйдет 700 видео на ютубе, пожалуйста, смотрите. Эллинг, я там снимаю мои видео в Эллинге, Эллинг я тоже продаю, можете посмотреть его на Юле, в общем, на Юле он у меня выставлен, также и квартира на Циане, без фотографий, ну, пожалуйста, вот, я даже сейчас, как говорится, ну, в общем, сегодня снимала, в общем, буду выкладывать, так что вот, можете ознакомиться, ознакомить ваших клиентов. Ну хорошо, хорошо. Вы там посмотрите в интернете сначала. Ну да, вы знаете, я не проживаю, я в этой квартире прописана с 1990 года. Я в этой квартире прописана 28 лет. У меня, знаете, вот у меня паспорт, ну, как бы фамилию вот эту я меняла, как бы вот. Имя, отчество и фамилию, но, понимаете, у меня паспорт, у меня в паспорте прописка, и вообще, так скажем, я прописана в этой квартире 28 лет, и документы также. Нет, ну, что значит договориться, я, в принципе, вам там все по телефону объяснила, вот, так что, ну, в общем, короче, вы там сначала посмотрите в интернете, вот, потому что, знаете, Ой, вам тоже спасибо. До свидания. В общем, мужчина. Мужчина звонил с номера 7-962-722-10-44. И думает о том, что его просили позвонить. Вообще такие умные. Вот, сейчас я его запишу туда, что он мне уже звонил. Короче, вот так вот. Ой, в общем, паспорт. Сейчас вам покажу мой паспорт. Он у меня там, на другом виде. В общем, короче, блинчик. Хочу, чтобы у меня... А, в общем, прибавлю. В общем, прибавлю. В общем, вот так. Сейчас покажу на другом видео мой паспорт. Так что такие вот дела.